ты так и будешь просто кататься тут? Я размышляю о том, что делать. Ну, мне бы тоже начали понять хотя бы основную концепцию, чтобы хотя бы я знал, что... Я просто плаваю, смотрю с разных ракурсов, думаю, как что лучше сделать. Если взять идею, короче, я тут сейчас хочу сделать зал круглый из стекла, а вот от него уже можно что-то делать. А может мне пока построить от портала дорогу к берегу? Зачем? Ну, просто... Надо, чтобы вот в этом было как-то подъем к порталу. Блин, но он не совсем сцентрированный, я хуйню какую-то сотворил. Талан забей. Сейчас придумаем. О, у нас как раз есть много стекла. Нахуй. Так, получается, там... вот этот диаметр, который ты сделал, эти блоки, это как раз диаметр этого зала или что? Да. Окей. Теперь надо просто ровно его сделать. Я принес стекло, у нас было в шалке. Да. Так, это похоже на круг, но лучше, наверное, все-таки вот так сделать. Вот. Да. Хотя бы дорогу сделать отсюда до вот того места, где вы строите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это на кого нападает? Кто это не спал? На меня. Кстати, давайте поспим ради спавна. Да. Так, кстати, у кого-нибудь есть стрела? Да, у меня место достаточно. Хорошо. Че? Ой-ой-ой, что я сделал? Красиво. Кровать можно? Ой, подбирай стрелы. Ай, блин. У кого есть третья кровать? У шалкера. Я все, я заспавнился. А, то есть можно просто лечь стоять? Да, но все-таки лучше пусть они три стоят. Но они все равно нет. Третья нету. У меня есть одна в эндер-сундуке. Подожди, в шалкерах разве нет? Есть. Все, я несу. Это нет. А, ой. И, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой, я... А ты специально, что ли? А, окей. Ладно. Я построю, попробую построить шип типа корабля. А-а-а. Окей, тогда буду пока что копировать этот узор с этой стороны. Да-да-да, только по бокам не надо. Ну я тупо экспромтом фигачу, поэтому. Я не знаю, что это слово означает, поэтому. Делаю наугад. А-а-а. Короче, плана нет. Импровизация. Дима не знает какое-то слово. Я же глупый, ты не забывай. Мог это говно получать, но не суть. Подожди, ты какую-то хуйню вытворяешь, ты у тебя вообще все несимметрично. Да все симметрично, да я просто где-то еще не доделал. Нет, вообще несимметрично. Вот отсюда встань и посмотри. А, ну да. Чуть не порезь пошел. Ну так правильно, ё-моё. А, ты это решил звонить? Ну естественно.
Так тут же не по резьбе пошел. Нет, ты эту ты первую сделал, ты вторую, которую справа, вот эту стал делать. А я стал мне делать нравится. Так, как у тебя вот здесь вот было, поэтому мне сейчас тоже придется переделывать. Ты безнадежен. Это типа остров там артифициальный строишь? Угу. Под лесопилку. Надо же где-то древесину выращивать. Да. А то у нас скоро кончится все дерево. Андрей? Чё? У тебя важная миссия. Какая? Плавь песок. Стекла нужно? Много стекла. Насколько много? Да, заходишь. У нас есть песок? Да, у нас есть песок. У нас есть много угля в блок. Ура. Так что в печечку, во вторую мировую, и пошел. Тысячку? Дима, хочешь сломать твой перфекционизм? Иди сюда. Типа у тебя не хватило стекла? Ага. Ну, до сих пор, пока это временно, я могу вытерпеть. Давайте так оставим. Нет. Хотя вот тут вот я, пожалуй, все-таки изменю свой план. У тебя так все. Давайте делаем подводный энчантмент стол. У тебя тут и так несимметрично. Я только что заметил. Вот этот блок лишний. Какой? Все, я его уже сломал. Я просто вот отсюда издалека его увидел, что он лишний там был один. Короче, вот тут вот спуск в самом носу. Ага. Так, а пол весь из стекла, что ли, получается? Ну, это по желанию. Просто тут мне захотелось, там ландшафт был снизу красивый. Ну, тут, по сути, тоже так, что можно тут тогда тоже пусть будет, да. Вот я сделал такой вот обквадраченный зад. Потом просто поднимаем на один блок без отступления. Следующий блок отступаем. Ага. Где песок? Поищи по шалкерам. Я все проверил, ни в одном нет. Есть песчаные эти камни, но песка нет. Очень много песчаных камней есть. А, Андрей, посмотри. Чуть-чуть левее. Левее это. Это на берег. А-а-а. Ну блин, да. Но только не так, чтобы там все некрасиво было. Сейчас об некрасиву все. Об некрасиву. Об шиву. Не знаю, как это сказать. Шива. Шивой что? Я не обладаю таким скиллом. Об некрасивщу все. Ну, почти. Об некрасивашу. Точно. Вот там летающий блок листьев. Летающий лист блоков. О, слышь, у нас этот корабль, портал будет вместо паруса, кек. Только он не по центру стоит. У нас мы кривые. Не, подожди, портал можно обцентрить, его можно расширить же. Черт. Ну да. Так что я обязательно рано или поздно я это сделаю. Иначе я просто сдохну, нахуй. То есть, да, нет. Это я тоже не знаю, что означает. Педант? Да. Это ты. Объяснил.
Засушливый такой человек. Очень какой? Дотошливый очень человек. Хотя у нас нигде факелов нет, по-моему. Их можно скрафтить. Ну, туда. Блядь, упал. Упал. Так, а топор есть какой-нибудь? У меня есть, алмаза. Но я тебе его не дам. Спасибо. Кек. Так, а что у меня в сундуке края? Ах, точно, пусто. Он просто крайний. Это алмазные блоки лежат. Так, опять сейчас снова на... Еще на один верх на этом же уровне, да? Я уже собственно делаю. Ну так вот, вот после этого еще раз вот на том же, да? Вверх. Я не понимаю, что ты несешь. Ну и вот то, что тот уровень, который ты сейчас строишь, после него вверх с отступлением или на том же блоке? После него, я думаю, все, можно делать. Руки в потолок. А как высушить головку? В печке. Надо печку засунуть. И все. Ну и как бы это, чтобы ее исплавить. Ну я понял, да. Что-то у вас какой-то корабль однотипный получается. Какой? Ну, прям полностью весь из одних и тех же блоков. Так это пока каркас. Ну, а, вы прям строите так, как прямо по слоям, да? Ну да. Надо тогда ее как скелет рыбы сначала сделать, потом как это в фильмах показывают. А, Дима же не смотрит. Не знаю, что такое фильмы. Так, я сделаю нос. А можно я могу сделать сзади такую херь? Ты бывает же такая, типа, как поворотник у кораблей сзади? Нет, не бывает. Я не знаю, что это звучит прикольно. Ну это как у самолетов на этом... Да, я знаю, рулевой. Да-да-да, который так влево-вправо. Спонж. Спонж. Как бы вот только так сделать по-прикольному. Ты еще якорь скрафчи. Пожалуй, надо его из заборов сделать. Так. Дим, потом еще все-таки на один поднимем для потолка. А, окей. А, на том же, окей. Угу, понял. На том же? На том же. А. Сейчас буду магичество делать. Я представляю, если... Бомс. Петушек. Бомс. Вау. Ты водяеваешь? Бомс. А, тут это. Стекла. Ай, как отсюда вылезти-то теперь? Да вот тут вот вверх делаешь. Скиньте стекла. Нету стекла. В андерсундуке у меня есть, а он наверху. Черт. Да, как я его... Да, я его не могу... Я не знаю. Подожди, ты не можешь с контролом оттуда выплыть, типа, в один блок проплыть? Че? Не, а... С контролом? Сейчас попробую. Контролируй себя и выплыть. Воу, тут по дну идет скелет, ну ладно. Ну да, это я его туда скинул. Ага, тут еще паука мне нашел. Он стоит просто под водой под нами, сейчас это скелет. Ну да, да ничего, он скоро сдохнет. Ой, я не то делаю. Что я делаю? Сейчас, а зачем я делаю? А зачем ты делаешь что? Делаю. Ладно. Блядь, какой у вас продуктивный диалог. Ты еще не привык. Я привык, но я каждый раз все равно удивляюсь. Как вы это делаете?
диалог бывает продуктивный. Это продуктолог. Че это мои друзья, ёбаный урод. Так, все. Хоть не индейцы уже. Что за индейцы? Тут какой-то баг прикольный. Что? Тут какой-то очень прикольный баг. Тут на потолке лужа. Просто реально лужа. Так это, ну, потому, есть... что, это потому, что ты воду туда вылил наверху, сквозь полублок есть. Чё? Ну тут если... Сквозь полублок есть? Да, если на поверхность зайдешь, то тут она будет торчать. Спустись сюда на секунду. Что ты несешь? Я понял, да, с той стороны она есть тоже. А через как полублок. Убрать? Ведром, но только сверху. А. Только мне больше одно, другое. Что? Мне больше другое интересует, как отсюда сейчас вылезти. Вот это уже другая история. Сейчас будем думать. Есть предложение? Ты чё, ты ТП-снулся, а? Да. Ах ты читер, а. Эндерперлес. Ты все соснял. Эндерперлес чувство. Дима с этим... ну ладно тогда. Подожди, нет. Как ты мог его использовать, если ты стоял тут? В смысле, я его кинул вот через эту дырку, пока он летел, я встал к тебе. Ладно. А то это выглядело как-то очень... Мало, ради бога, кто-нибудь крафтите мне лестницу. Ладно, я сам их сейчас скрафчу. Вот это. Мне бы тоже лестница, чтобы вылезти отсюда. А у тебя интерпелов нет, что ли? Нет. На. Спасибо. Не. Какое-то. Вот ты джунгли дерева вырастил. Да ладно. Это, кстати, хорошо. Я хотел большое, а оно выросло маленькое. Ну, не такое уж и маленькое, на самом деле. Но надо сломать его и вырастить большое. С мальчиками так бывает. Что там по стеклу, оно мне уже надо? Песка нет. А чем ты все это время занимаешься? Он в комнате внизу под шалкерами сидит и просто ходит туда-сюда. Я пытаюсь вылезти. Я тебе интерперлов кинул. Нет, я понимаю, я выберусь, но потом, как бы, с этой комнаты надо что-то решать, чтобы потом спускаться, выбираться. Возьмем и порешаем, она будет порешенная. Как пример ее порешаешь, типа, найдите их, вот он. Ну, да. Есть один блок темной планки? Есть только плита. А нет, и то она не темная, а это... Сосновая. Понятно. Ну, а нет, у меня уже две их. Надо две сосновые плиты? Нет. Ну и ладно. Давай. Сука. Метки. Ха. А потому что я их... А нет, подожди, я не знаю. А, все, да. Нет, не у меня все. Я думал, что они просто пролагали, типа, что они внизу, на самом деле не внизу, но внизу и нет, да. Это просто офигенно. Что вы, блядь, несете? Да. Сейчас. Сука, влюбился в цари. Алло, тетя, где стекло? Я сейчас нахуй троить все перестану без стекла.
Че, перестанешь? У меня есть три блока стекла. Подожди, а вот это то, что внизу ты построил от призмарина, это так и будет просто вот такими вот в четыре стороны или ее заполнить? Как хочешь, у меня идей нет. Сейчас я посмотрю, подумаю. Да-да-да, я умею думать. Песок я сам. Я понял. Я за песком пошел. Да, Андрей? Сейчас я выберусь отсюда и схожу. И Тиндер Перлов дал, в чем проблема? Проблема остается. Меня сейчас бомбанет. Сдай проблематику по Эндер Перлу. Блин, тут скелет этот драный. Скелет. Подводный. Он все еще жив почему-то. Почему он жив? А типа они не тонут, что ли, теперь? Они никогда не тонут. Он там ждет. Не тонко. Где ты там застрял? Покажите мне это место. Что у тебя там случилось? Это не затонированный скелет. Случился. Это не затонированный скелет. Не запланированный. Ну, это тоже. Что у тебя там случилось, господи? Я тут воду строю. Сейчас. То есть ты хочешь сказать, что ты сейчас тратишь на это мое стекло? Нет, это стекло, которое я принес из дома. Эй, не, не ломай, не ломай, зачем? Все, красиво. Тебе правда? Это просто был последний блок стекла. Так у меня шелковое касание. А. Сейчас у меня есть еще стекло. Че я буду тебя сопру? Блин, как это вот. Вот это вот уничтожить отсюда? Ведром его уничтожить. Будь здоров. Мне ведро не хотело выливаться. А, все. Все убрал. Ура. Сука, ведро выливаться у меня не хотел. Ну, бывает. Не вали ведро. Валидро. Валидол. Так. Я уже на самом деле начинаю специально какие-то слова придумывать, просто чтобы Виталика побесить. Блин, чё мы там тогда я придумал? Безрукозавр? Да-да-да. Я просто сказал, что типа без руков, ты говоришь, безрукозавр. Типа динозавр без рук, это безрукозавр. Мне лень пока тут тоже что-то придумывать. Ну разве что. Лень придумывать. Ну я, пожалуй, все-таки придумал. Господи, неужто Божья благодать сошла на нас, мы что-то придумали. Ну все, я осуществил свою придумку. Придумал свою осуществилку. Ну, до этого я пока еще не дошел. Так. Сейчас я буду заниматься отчинством. Че? Какой-то хуйней, говорит, будет заниматься. Это отчинство. Это как. Это почти как почтишество, но только отчинство. Так. Давно не хочу туда блоки ставить. И как я пролетел насквозь через.
Да. Круто так. Во. Блин, тут Платон говноед такой медленный. Это же Платон. Хотя да. Он же говноед. Ты стекло сделаешь, блядь, нет? Сейчас этот топор сделаю и пойду за стекло. Где топор? Ты изначально сделал топор, чтобы срубить вот это дерево джунглевое, но потребовалось стекло. Да, теперь будешь песок топором копать, да? У него стекло не добыть. Не добывает. Где моя лопата? А, она у меня. Так, ладно, я полетел. Нет, я не полетел. Почему я не лечу? Все, лечу. О, уже вот эти острова можно уничтожить. Чё, какие острова уничтожить? Песчаные. А. Только чтобы это только красиво уничтожить. А не так, что... Я буду стараться. Ну, я ничего не обещаю. Ничего, нам с них не стрелять. Хотя это... Мне вообще похуй на все эти острова, я пошел копать песок. Я уже копаю. Я тебе не верю. Я слышу, кстати, даже как он копает. Полчаса добывает стекло, нет, это перебор. Слишком долго. Я занимался другими делами. Другими бесполезными вещами. Я обустроил подводную комнату. Обустроил, типа как опустил, он только обустроил. Обустроил вот это слово пустота? Да. Пустилка. Блин, я сегодня устал, но я сегодня не могу сам играть, меня очень бесит. В этом весь план был. И вел план бесить. Так, у меня место кончилось. Вам, что удивительно, вы меня оба бесите. Ангел, который обычно ничего не делает, сегодня меня бесит. Сегодня настроение. Мы стараемся. Не, я просто сейчас сидел 2 часа, делал инструментовку, и мне реально тоже подбешивало все это, и сейчас... Нет, все. Тоже сейчас делал инструментовку. Ну, это у тебя это в норме, а для меня это слишком. Мне сейчас нервы немножко сдали. Мне нужна поджигалка. Почему у меня кончилось место, а? Она у тебя кончилась, потому что его у тебя больше нет. Что-то мне плохо. Ой, я портал обцентрировал. Все, равновесие в мире восстановлено. Где печь? Где печь? Печки у вас за кровати. Я же все поставил, все 6. Ну да, логично. Меня бьют. Что мне делать? Наконец-то. Наконец-то. Подожди, золотые блоки типа просто, типа красивость? Чё? Это луксори. Только еще пожелать, как ты так сделал, что вот эта лесенка, которая у тебя тут впереди, чтобы она вела куда-то, то она ведет и типа такой, типа walk the plank, типа, или что это? Черепаха, чуваки, тут есть черепаха. Да, кстати, я ее увидел, что-то вообще не обратил внимания.
Я помню. Помнишь, Дима, когда я эти яйца нашел у черепаши, и мы там подыхали потом очень много. А потом ты остался АФК на башне с рыбалкой. Да, папа. И тебя убили фантомы. Остался АФК, чтобы тебе пивас открыть. Да, ты пришел и начал снимать видос. А в этот момент тебя убили фантомы. А потом я пошел за твоими мечами и тоже сдох. Раз какой-то боевик. Да, я остался, чтобы открыть тебе пивас. Меня убит. А потом я пришел второй раз его открывать, и на этот раз уже его били. Слава. У кого есть... А эти фигни, их нет смысла тебе вот так ставить, потому что они светят только под водой. Че? Огурец. Есть уголь? Уголь есть? Два штука есть у меня на... Вау, ты очень спас. Они умерли. Да когда их надо в воду? Бля, огурцы тоже умрут? Нет, но они светить не будут. Блять, Андрей, уголь подбери, он за сундуком края. Подожди, я ставлю уголь в сундук. Тьфу, блин. Печку. А зачем ты вышел? Без меня. В смысле? Да чё ты? Мне плохо. В смысле, плохо, что ты несешь? Все, я выключил компьютер, я психанул. А как ты тогда по скайпу разговариваешь? С телефона. Не похоже. Отвечаю. Где угодно? Давай, заходи. Я тебе говорю, комп выключу. Да как ты его выключил? Не выключил ты его. К нам топливник плывет. Ой. Подожди, где? С какой стороны? А вон, за печками. Чё-то он решил не плыть. А, я что-то вообще или не его... А, его, наверное, убило. А, да-да-да. Да, точно, это же проводник он убивает. Я вам в скайпе компьютер показываю. Ты чё? Что? В скайпе компьютер показываю. Я не могу альтавнуться. Я думал, что там светится. Синий экран смерти. Да, короче, я спецка завтра, я пошел спать, все, пока. Клево, блин, построили базу. Да достроим, но у меня нет идей сейчас, что смысл строить. То есть в августе они у тебя были, такой ты, во, бля, переезжаем нахуй, а сейчас все, да? Ну да. Не, ну каркас построили, надо додумать, надо там ландшафтик какой-нибудь красивый придумать, чтобы все было красиво. Я завтра подумаю, завтра поиграем еще часы. Ну блин, насчет завтра не знаю, нам в пятницу утром рано на спецку. Ну как скажете, пацаны, до первого эпизода хватит, а потом доснимем. Окей. Все, ну если будут идеи, стройте что-нибудь, все. Люблю целую какую-нибудь. Окей. Давай. Покедыч. Давай.